Огромный, друзья, вам привет! Сейчас будет легендарный видос. Именно так мы начинаем его. Ведь пак у меня уже куплен, как ты можешь посмотреть из предыдущего видосика, там кое-что тебе интересно тоже рассказал. Поэтому, дружище, ставь сюда лайк и желаю тебе приятнейшего просмотра. Полетели! Итак, мы с тобой наконец-то отправляемся покупать эту самую настоящую палочку. Все, кто хотел узнать, когда, почему, спрашивали. Что не взял, что не скрафтил, когда я мог скрафтить без пака. Вот, наконец-то, я покупаю. Следующая покупка будет тоже интересна у нас, поэтому подписывайся, и все будет офигенчик и у тебя, и у нас. Рецайвы, Тайт Поппер. Все, просто вот взял, купил. Охренеть. Итак, давайте смотреть. Три взмаха волна. А что такое маленькое? Подожди. Ты прикинь, как ее уменьшили, а на тестах было больше. Чего? А чё с палкой? Подождите. Я вам говорю, ребята, кто помнит мои видосики, она была реально с тестов как-то побольше волной. А чё это никто не заметил? Разве нет? Пиши в комментарии, не ошибся я или нет. Или ошибся. Чё? А чё волна такая маленькая, ля? Ты чё сделали с ней? Слушайте, вообще смешно немножко даже. Ладно, самое главное, что интересно, мне скоро 50 суперсмузи, это кайф хоть какой-то. И мы с вами только вот будем скоро брать офигенный, так скажем, набор в игре. А, вот у меня тайт получается блессинг, тайт повар. От этого, то есть от этого волна увеличивается, что ли, теперь? А, ну так работает, да? Вроде да, побольше стало. Слушай, ну ты пиши, наблюдай сейчас за волной, потому что сам вот что-то не понял. Вроде да, вроде и нет. А, я думаю, куда мне делать стрелёны? 2,5, а у меня тут вон. Кстати, помянем наши блю-экстракты чуть-чуть, да? Теперь надо будет их подкрафтить, чтобы было все красиво. Так, вот давай, соберу сейчас звездочки, потому что у меня такая теперь пассивка. И вполне себе, кстати, друзья, рабочая схема. Пока 20 миллионов. Блин, мне сейчас надо добивать, сам знаешь, что. Новый вот этот, получается, баф. Он будет только, когда ты лопнешь 500 пузыриков. Это просто жесть. Ля, ну вот что-то вроде меняется, как бы, да? То есть волна вроде больше начинает делаться. Так, да. Слушай, вот, видишь, она уже больше становится. Да ладно. Ты думаешь, что за дичь? Чё палка такая мелкая? Хм. Может быть, теперь из-за того, что у меня эта палка есть, надо 10 тапков иметь? Ну, посмотрим, посмотрим, друзья. Как жизнь пойдет с этой палочкой? Пока что ничего не скажу. Только что я понял, что волна увеличивается в зависимости от того, сколько ты собираешь. Тайт повар этот наш. Блин, лучше бы 300 было, конечно же, валюта. Вот это вот, точнее, валюта, а повар. Это что-то 500 дофига. Ну ладно, в принципе-то нормально. Самое, друзья, знаете, что вам интересно и мне, наверное? Это то, что как она у меня будет это фигарить в шарике. То есть на тестах, сам помнишь, было реально красиво, мощно, сочно, офигенно. Сам знаешь, какое дальше продолжение не в Е... Да. А тут, в принципе, что сказать можно пока что. Ну, только что палка не такая уж и плохая, вроде. Фармится. Ну, спирит, кстати, тоже улучшена была. Поэтому вполне себе. Чекай, ну 35 лямов. Вот впервые, если увижу свои 100 лямов, тогда пойму, что палочка реально уже что-то делает. Меня радует, что волна все-таки реально увеличивает. А то думал, что такая маленькая будет. Я думаю, что такое? Что за бред? Только на тестах вроде она сразу была такая большая. Поэтому вот понял, с чего, типа, негодование было. Но теперь мне надо, получается, каждый пузырик собирать. Хоть что так. Теперь каждый пузырик ценный. А волна хоть хлопает пузыри? Фух, да, ну хоть это оставили, но... Хоть какой-то смысл палки, да, еще имеется. Так. Кстати, самое лучшее поле набивать нам будет с этой палкой Страфбери, но... Все же. 462, друзья. Так, хорошо. Пока что из-за того, что тут на серии нас очень много, идет набор не очень так и хорошо, но он идет хотя бы. Потому что, мне кажется, если бы был соло, было бы, наверное, еще веселей. Но именно тут я фармлю, потому что тут у меня уже и шарики прошли, и тут мы уже с тобой видосика два сняли с подписчиками на сервере. Да и осталось уже буквально чуть-чуть пузыриков лопнуть, чтобы было 500, собственно. Кстати, это видео пособие, как набирать Bubble Blood, в принципе, кто не знал. Кто досматривает видосы и любит смотреть там под еду, под что-то, ты теперь знаешь, как набирать Bubble Blood, и ты теперь его сможешь спокойно набирать. То есть тебе всего лишь нужен попстар, который, к сожалению или к счастью, 40 амулетов. Ну, то есть амулет, которым 40 пчел. Да, вот тебе надо 40 одаренных пчелок,
да? И ты сможешь, собственно говоря, получать вот это все дело. Слушай, сейчас у меня пойдет уже наконец-то пузыри конкретные, так что будем сейчас попытаться с тобой по шарикам попадать. Посмотрим, на сколько минут будет. Опа, опа, пошло, 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 пошло. Смотрим, 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 смотрим. Смотрим. Так. Шарик, шарик, шарик. Ну-ка, 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 давай, 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 давай. Это у меня до сих пор еще разгружается? И... Нифига. То есть из-за того, что лаганный сервак, оно даже вот так работает? Так, друзья, ну и что я вам скажу сейчас? 1.02. Это у меня набралось, получается, 14 минут сразу. В принципе, да, как на тестовых. В принципе, ну реально не успеет даже еще сбагриться. Да, видишь, только волна маленькая, маленькая, на тестовых было по-другому вроде как. Но если что, пиши, поправишь. Поэтому вот. Все, друзья. Что могу сказать? Палочка вроде как нормальная. Я еще ничего не буду говорить. Как будут, как попользуюсь ней, как набью этот, получается, Tide Blessing, еще сниму вам видосик интересный. Ну, сниму другую тему и расскажу про палочку вкратце. Или про нее еще раз расскажу. Но это будет, как говорится, первые впечатления были. Самые настоящие. Ну все, друзья. Получается, сейчас мы с тобой единственное, что нужно сделать, это выходит так, что... Вот в этом кругу, как ты знаешь, он очень мощный, профармить чуть-чуть. И тогда будем подходить к концу видосика. Ну, в принципе, пузырьки набираются достаточно нормально так. Еще знаешь что? Раньше было, что палочка подгоняла лягушек. Сейчас гляну, проверю. Вроде тоже. Хотя на это вроде брал, ну-ка. Хотя вроде подгоняет, я не знаю. Ну, давай посмотрим. Вот стоит лягушка такая, да? Вот стоит. Ну, да, вроде волны подгоняют. Поэтому в целом-то нормально. Смотри, мне уже стоит Tide Blessing соточка. В принципе, кайф этой палки в том, что если ты фармишь с другом, и у вас 2-3 человека, у вас не будет лагать, это первое. Второе, это у вас будет самое, что ни на есть, комфортное, получается, место для набора Bubble Bot и Tide Popper, Tide Blessing, вот это вот. Знаешь почему? Потому что каждый же пузырик считается не твой, твой. Это вот самый плюс этой палки. Главное иметь кучу-тучу шариков, вот таких, как у меня сейчас на поле. Или больше, и все. И главное вот это дело. А остальное реально фигня. Почему? Да потому что, если у тебя куча шариков, и на Tide Blessing, ну, который вот Tide Power, точнее, видишь, у меня уже под 200, если у тебя набит, то выходит так, что по шарикам, когда много фигаришь, у тебя выходит контент еще тот. Все, дружище, у меня 12 минут, примерно, думаю, где-то 5 минут, 5-6 минут набирается 500, получается, баблов на лагучем сервере даже. Так что вот, теперь уж точно, благодарю за просмотр. Ставь, пожалуйста, сюда лайк. Подписывайся на канал, пиши свои комментарии. Тут что-то тебе рассказал на 8 минут. Ну, надеюсь, интересно было. Все, друзья, благодарю за просмотр. Вам мощного фарма. Собственно, поскорее, кто тоже копит на палочку, берите. Или кто собирает. Кто ее, собственно говоря, уже купил, пишите, как она вам. Так же, как у меня, чётенько.